Орган и саксофон на одной сцене сегодня в камерном зале филармонии. Саксофонистка с мировым именем Вероника Кожухарова и органистка из Японии Хироко Инове представляют уникальную программу классики, джаза и модерна. Как сложился и сыгрался такой тандем, узнала Екатерина Макаркина. Два таких разных инструмента представить на одной сцене сложно. Орган в первую очередь ассоциируется с произведениями Баха, эпохой барокко, традициями и тяжестью сотен лет, а саксофон – с джазом и импровизацией. Но девушки в процессе игры все стереотипы разрушают. Музыка столь гармонична, что временами обертона сливаются, и невозможно понять, какой именно инструмент звучит. Это история дуэта. И здесь не может быть, что один аккомпанирует, ну, грубо говоря, один за кулисами где-то там находится, а другой вот он весь такой. Нет, я не представляю эту программу без Хироко. Когда я понимаю, что она не может без меня, я не могу без нее. С точки зрения музыкального. Веронику в прессе называют королевой саксофона и феминисткой в мире музыки. Так редко можно встретить девушку с саксофоном. Инструмент она в руках держит с 9 лет, в географии гастролей 15 стран. Свести вместе саксофон и орган Вероника придумала, когда случайно услышала на парижском концерте духового оркестра их одновременное звучание. Буквально 2-3 ноты, и идея родилась. Ей многие говорили, чтобы она не выдумывала, играла по правилам. Но нашелся и тот, кто идеей тоже загорелся. Органистка из Японии, Хироко, помогла воплотить в жизнь рискованный план. С Вероникой особенная действительно история для меня, что я как-то дышу с ней и... Такое попадание и чувство единства, да, обычно такой союз, ну, 3 года это максимум, я так считаю, да, и как-то уже в другую сторону они расходятся, а мы уже 10 лет практически. На новосибирской сцене девушки исполняют разнообразную программу под названием «Сновидение». В ней соседствуют классические и современные произведения, Бах и Пьяццолла. Но все это можно услышать на любом концерте дуэта. Уникальность новосибирского – картинки Прованса. Саксофон и орган в воображении публики воссоздают впечатление о французских вечерах. Екатерина Макаркина, Олег Мощевитин. Новосибирские новости. Спасибо за то, что смотрите «Новосибирские новости». Если вы хотите оперативно получать информацию, подписывайтесь на наш канал. Ссылка внизу. А здесь мы разместили для вас интересное и полезное видео. Приятного просмотра.